Что мне понравилось в этой выставке? Вообще очень необычно. Ты приходишь на природу, сквер такой замечательный. И здесь можешь соприкоснуться с выставкой, где можешь познакомиться сразу с большим количеством красоты. Для меня, так как я уже некоторые произведения комплексов слушала, но все равно мне как-то не улавливалось, а где там что из чего, как комплекс называется и что в нем есть интересного. А теперь, когда я пришла и увидела все это вот вместе, всю эту красоту, это богатство, уже сложилась целостная картина. Когда еще прошла и прочитала название, название всех творческих комплексов, уже даже какая-то картина самообразования сложилась. В теме любви посмотрела, там что тут, ага, есть там первая встреча, еще что-то. Такие возвышенные красивые песни о важных темах каждому из нас. Потом вот цвета лучше, здесь посмотрела, что есть. И уже для меня сложилось какой-то, какая-то небольшая схема, с чего начать, что послушать, что еще дослушать. И очень ценно для меня вот раскраски, приложение к творческому комплексу. Здесь каждое слово, вот здесь очень много листов, каждое слово, на каждом листе какая-то важная такая фраза. Вот. «Друзья мои, какое счастье жить!» И тут каждая фраза, она такая, которую раскрасил, и можно ее повесить в классе, дома, как встречая гостей, да, в коридор, чтобы уже человек увидел и сразу радостное настроение. И когда слушаешь произведение и раскрашиваешь, у тебя тоже такое вот настроение доброты, любви, радости. А потом, когда ты увидишь уже раскрашенную там мельком в каких-то бытовых неурядицах, раз взглянул, и опять тебе это радостное настроение вернулось. Спасибо.